«Урок для молодежи». Выпавшую из окна любовницу внука Михалкова крепко приложили. Недавно выпавшую из окна квартиры любовницу внука Никиты Михалкова крепко приложили. Эксперт высказался о произошедшем. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян прокомментировал ситуацию с Ксенией Пунтус. По мнению эксперта, девушка была пьяна в момент происшествия. Конечно, печально, что Пунтус получила столь серьезную травму, но все могло завершиться для нее еще куда более трагично. Это лишний раз доказывает, что неумеренность в алкоголе порой приводит к тяжким последствиям. Надеюсь, что негативный пример Пунтус станет сигналом для тех представителей молодежи, которые все еще пьют алкоголь литрами. Высказался Вадим в разговоре с «Шокирующие новости». Он призвал молодых людей не злоупотреблять алкогольными напитками. Манукян отметил, что горячительное в малых дозах не наносит существенного вреда организму, но в больших количествах оно способно стать причиной многих бед. Однако могу отметить, что в последнее время большое количество молодежи наоборот все чаще отказывается от алкоголя и предпочитает здоровый образ жизни. Это позитивные вести для всех нас, подытожил эксперт. Напомним, что ранее модель Ксения Пунтус пришла в себя. Она рассказала следователям, что сама случайно выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова. Правда, пользователи сети не верят в эту историю. Некоторые убеждены, что девушку просто заставляют скрывать истинное положение дел. Публикация фотографий из Инстаграм. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Бомба. Народ бьется в экстазе от сериала «Папик». Опухший Шора в чулках и дерзком мини шокировал народ похабным видом. Заметно изменившуюся Семенович заподозрили в беременности. Сделай сиськи. Полуголая шпица набросилась на озабоченных мужиков. Сын актрисы Светланы Светличной в реанимации. И многое другое.